Всем привет! С вами канал ArtMoney. Сегодня мы будем проверять вот такую вот 5.0 от Селена. Пятновый водитель. Здесь у меня получаются разные старенькие от бабули доставшиеся ткани. Здесь вот, видим. Вот они какие пятна, въевшиеся. Я хочу сейчас в кипятке их замочить вместе с этим вот порошком. Тут вот пятна. Вот эта вот вся прям такая желтая-желтая. Здесь тоже тряпочки сами по себе хорошенькие, они такие плотненькие. Ну, для чего-нибудь потом использовать. Ну, не знаю, я люблю, когда у меня все чисто, когда идеально. Вот здесь тоже пятна. Ну, там где-то еще и внутри есть хорошее полотенечко, можно вытирать ручки, например. Здесь, ну, я не знаю, для чего я хочу их. Вот, сейчас я их замочу в кипятке вместе вот с этим. Ну, наверное, в кипятке. Не знаю, сейчас почитаем, что там да как делается. Хочу его высыпать, наверное, весь. Вот. В стиральной машинке можно вручную. 60, 90, 40. Ну да, в кипятке вполне можно. И посмотрим, как стираются они. Потом я хочу забросить их в стиральную машинку и уже, наверное, постирать в стиральной машинке. И как, что там будет. Есть еще один такой же. Но он, кстати, вот почище, чем вот этот вот. Здесь прям вот пятна какие. Кошмар. Рот вытирали, что ли, я не знаю. Смотрите, вот так и заложила, высыпала. Вот так вот они лежат. И оставим их до полного остывания. А потом постираем. Так, смотрите, отстирались. Вот это наше с вами средство. Здесь почти все белоснежное, вот тут чуть-чуть желтые пятна. Эти, по-моему, я позже добавила, но пятно здесь было, ай-яй-яй, какое желтое. Это не отстиралось, по-моему, от краски. Здесь была малина. Тоже, кстати, очень тяжело стирывается. Здесь вот чуть-чуть желтые пятнышки. Здесь вот, ну, полотенце почти не отстиралось. Пятна прямо ай-яй-яй. Здесь вот чуть-чуть почти отстиралось. Эти вот две тоже. В принципе, они были просто замызганные. Такие вот затертые. Они, в принципе, довольно отстирались. Ну, чуть-чуть вот видны пятнышки, совсем капельку. Вот. Такие, смотрите, чистые. Ну, короче, средство, в принципе, неплохое. Если купить еще одну и все заново это постирать. Ну, я замочила. И потом еще в машинке простирала как следует. В порошке. Вот. То, в принципе, здесь можно отстирать. Вот это вообще, ну, полностью просто белоснежное. Ну, прям вообще просто шикарное. А было оно, по-моему, тоже с пятнами. Насколько мне помнится. Вот. Вот такой у нас с вами был маленький обзорчик. Если вам понравилось, пишите в комментариях, какие еще можно использовать такие вот средства отбеливающие или которые просто удаляют пятна. Напишите в комментариях, и мы с вами их попробуем. Потому что остались немножко полотенца, да, вы видите, которые с пятнышками. Я еще хочу и, наверное, буду пробовать. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Всем пока-пока.